Дмитрий Сеченов, к вашему выступлению все готово. Отлично, отлично. Я уже иду. Приветствую вас, товарищ. На предприятии 3826. Добро пожаловать в будущее. Так, все, привал окончен. Нужно выдвигаться. И так времени мало. Где бы нам бензин раздобыть? Ух ты, а ты тут откуда, а? Так-то. Ну чё, нам нужно искать бензин. Пойдем в гараж зайдем. О! А это вещь. Да давай, ну, давай. Так, тут пусто. О, а вот и бензин. Ну вот, хорошо. Нам срочно в центр нужно. Майор, возьмите с собой эту медицинскую капсулу. А это еще зачем? Медицинская капсула может за считанные секунды залечить ваше ранение. Понятно, ладно. Все, взял, пошли. У нас времени немного. Так, все. Бак полный, теперь можем ехать. Майор, боюсь, что не можем. Это еще почему? К нам приближается БШ-41. Чё? Кто? Это чё еще такое? Майор, с вами все в порядке? Вставайте. О, да, нехило так. О, ну и громило. Думал, не справлюсь. Нам пора выдвигаться. Согласен. Все, поехали.